Так, карапуз. Вот. А че его назвал карапуз? У него черная грудь таким зеленым отливом. Не знаю, что такое пуз означает. Но вот крылья у него и жабо очень похожи на пивня. Вот очень похожи. Я так присмотрелся. Давайте посмотрим еще раз, какая у него. Вот, вот. Какая у него грудь. Вот такая вот интересная. С таким вот зеленоватым отливом. Куда ты голову поворачиваешь, а? Да, у него больше зеленоватого отлива. Фиолетовый только на хвосте. Сейчас я его выпущу. И посмотрим. Посмотрим, как он будет с Додо общаться. Так, тут надо закрыть. Вылез самый мелкий. Думает, а не, я лучше отсюда свалю. Опа. Ну вот я и в Хапре. Была такая реклама смешная. Так, Додо решил не связываться. Так, посмотрел. Посмотрел, увидел пивня. Ой, куда я смотрю? То ли в зеркало, то ли куда. Ну, очень похоже. У пивня, правда, больше кукушечного вот этого. Опа, опа, опа. Я тебе сейчас надаю через сетку. И тебе сейчас надаю через сетку. На-на-на-на-на. А такие мы борцы. Ну что, анонс. Арсений Селезнев, зверобой. Анонс окончен. Бой будет в Телеграм. На телеграм-канале. Подписывайтесь на телеграм, на канал Арсений Селезнев Зверобой в этом в Ютубе. Ну и чат у меня тоже называется Арсений Селезнев Зверобой. Смотрите обновления. Пока!